8-летний Наяз замер в ожидании своих героев в аэропорту Шереметьево. Мальчик признается, не отрываясь, смотрел каждый день соревнований. Теперь хочет лично поздравить чемпионов. Гонщики КамАЗ-мастер, занявший весь пьедестал марафона Дакар, в этом году вернулись на родину. Я болею за Андрея Каргинова, потому что я вообще себе не представлял, как можно приехать на финиш третьим местом без одного колеса. Ралли-марафон завершился в субботу в столице Чили, Сантьяго, полной победой наших. Сами спортсмены не скрывают удивления. Преодолеть с таким успехом все препятствия они даже не рассчитывали. Тем более без одного колеса. Где-то в повороте напоролись на куст перед колесом. Поняли, что прокол, откачка не справляется. Андрей Макеев старый опытный штурман подсказал, выйдите, закройте кран, чтобы левое колесо не спустило, и на нем финишируем. В итоге к финишу экипаж Каргинова пришел третьим. Серебро у Айрата Мардеева, на первом месте Эдуард Николаев. У обоих тоже не обошлось без непредвиденных ситуаций. Мы увидели впереди на дюне висел немножко подзастрявший автомобиль Айрата Мардеева. Да. Сложно было посмотреть на его расстроенные глаза. Мы понимали, что осталось совсем чуть-чуть, и нам нисколько нельзя терять. Мы помогли друг другу, и все-таки получилось. Из Москвы гонщики сразу отправятся домой в набережные Челны.